Мистер Пибоди, вы лауреат Нобелевской премии. Знаменитый исследователь. И олимпийский чемпион по прыжкам в длину и десятиборью. Но справитесь ли вы с трудностями воспитания человеческого ребенка? Учитывая все мои достижения, думаю, я справлюсь. Хорошо. Раз мальчик может взять на воспитание собаку, значит и собака может воспитать мальчика. В следующем году самому умному псу в мире... Неплохо, Пибоди. ...предстоит сложнейшее испытание. Как бы далеко я ни был... Пока, мистер Пибоди! Отцовство. Какое дерево срубил Джордж Вашингтон? Я! Он не срубал вишневое дерево. Это придумали, чтобы отучить детей от вранья. У нас тут знаток истории. Да, Пенни? Мистер Пибоди, Шерман подрался сегодня. Если родители девочки предъявят обвинение, не сомневайтесь, вас лишат родительских прав. Ну как так вышло? Она назвала меня псом. О, боже. Кто это к нам? Увидишь. Запомните, Пибоди, моя дочь для меня важнее всего на свете. Алло, опрос валять. Откуда ты знаешь о Джордже Вашингтоне? Обещай, что ничего никому не расскажешь. Он называет это машиной времени. Ух ты! И куда можно отправиться? Прямиком в прошлое, Пенни. Где Пенни? В Древнем Египте. Я же запретил тебе. Она очень хотела. Бежим. Привет, Пенни. Я принцесса Хатшепсут. Бесценный цветок Нила. А я садовник и собираюсь вернуть тебя на родную почву. Не понял. Ух ты! Схватить этого пса! Осторожно, Шерман, это ловушка. Сядешь не на ту лодку, придет расплата. Теперь ты. Ускорайте вперед! Ля-ля-ля-ля-ля! Есть! Боже. Приключения мистера Пибоди и Шермана. Мистер Пибоди! Держи, Шерман! Похоже, Шерман, нас тут не переваривают. Не понял.